Сотрудники горводоканала встали на лыжи и устроили бой подушками. Соревнованиями, народными забавами они отметили свой профессиональный праздник – День работников коммунального хозяйства. Как веселые старты помогают снабжать мегаполис качественной водой, узнавал Александр Сульдин. Праздник не только профессиональный, но и спортивный. В горводоканале это традиция. На лыжню уходят слесари аварийных бригад, кладовщики, экологи. Женская дистанция, вот этот женщины маленький круг 400 метров. Потом эстафета, большой круг 2 километра, 4 этапа. И командирская гонка, это вот большой круг. Это начальники цехов, все бегут. Лыжня, как у профессиональных спортсменов, результаты у многих тоже. Евгения Буркина – лидер массовой женской гонки. Работает уборщицей, 10 лет занималась лыжными гонками для себя. Недавно увлеклась пожарно-прикладным спортом. Главный старт в этот день, по мнению Евгении, – эстафета. Это командный вид спорта. Команда сплочается, люди сплочаются в коллективе. Каждый болеет друг за друга, за свою команду. Внимание, начали! Не только лыжные гонки, как на соревнованиях профессиональных спортсменов, но и такие традиционные народные забавы, как бои подушками, лазание на столб, как на масленицу. Здесь, как нигде, реализуется олимпийский принцип. Главное не победа, главное участие. И приз не кубок, а здоровье и командный дух. Сказать людям, труженикам нашего коллектива спасибо. Подчеркнуть их особую роль в жизни нашего города Новосибирска. Мобилизация людей на то, чтобы они были друг другу ближе. Ведь только вот это состояние, близость плечо к плечу, позволяет нам, нашему предприятию, коллективу решать сложнейшие задачи. Главное, снабжают город чистой водой, одной из лучших в стране. За сутки в мегаполис ее подают более 500 000 тонн, без перебоев. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!